В Актобе неизвестный переполошил юридический институт МВД. Почти 500 человек пришлось экстренно эвакуировать после сообщения о взрывных устройствах в здании вуза. Мало того, автор даже потребовал выкуп за то, чтобы не приводить бомбу в действие. 1 300 000 рублей. Деньги шутник потребовал перевести на карту российского банка. Похоже, автор хорошо продумал весь сценарий. Сообщение было отправлено на электронный адрес юридического института. Это, говорят, в полиции затруднит поиски лжетеррориста. С начала года в Актобе это уже третий подобный случай. В январе точно таким же образом кто-то дважды запугивал учащихся и педагогов одной из городских школ. Сообщение о якобы заложенной бомбе также было отправлено на электронный адрес учебного заведения, но никаких взрывных устройств саперы не нашли. Полиция не исключает, что это дело рук одного и того же человека. По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 Уголовного кодекса Республики Казахстан заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы до 5 лет.